трансферы. Ну, наконец-то. Очень много раз спрашивали, когда же будут трансферы, когда же будут трансферы. Ребят, я отвечу на ваш вопрос, когда же проходят трансферы. Первый трансфер я не помню, когда был. Он мимо меня прошел, потому что тогда, когда был первый трансфер, тогда вообще было непонятно, что будет в целом со мной и вообще, короче, такое. Так вот, второй трансфер был в конце мая, третий трансфер был в конце августа, и четвертый трансфер был в начале декабря. То есть из этого следует, что трансферы проводятся каждые 3 месяца. Этот трансфер вот начался 2 числа 3 месяца и закончится 13 числа этого же месяца. Это будет стоить 1000 алмазов. То не пропустите, у вас еще есть 10 дней, чтобы собраться с мыслями и выбрать. Как бы я ни разу этим не пользовался, потому что Леона 2, ну, мне нет смысла этого делать. Попытаюсь вам объяснить, как это сделать. Попасть в раздел «Трансфер». Мы открываем магазин, затем «Смена сервера». Ну, если у вас есть клан, подать заявку на смену сервера может только глава клана. Можно даже клан забрать с сервером. Перемещение персонажа между серверами. Можно 4 раза перемещаться по серверам. То бишь, если я выберу Бардс, там один, я там побегаю 2 дня, мне там не понравится, я там захочу на Бардс 2 и так далее. У меня 4 попытки выбрать сервер. То бишь, ну, перед тем, как вы будете вот это все выполнять, что я сейчас расскажу, вам нужно прочесть меры предосторожности при смене сервера. Обязательно, я не буду это все читать, тут очень много там разного, но вы должны это все прочитать. Итак, начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раздельчиков. Это то же самое, как на таможне. Кто пересекал границу, знает, что там нужно там заполнить какую-то бумагу. Сколько вы можете провести с собой вещей. Это все то же самое. Вы путешествуете между серверами и даже между кластерами. Так, начнем с первого. Выберите сервер назначения. Там я хочу, к примеру, полететь на Эрику и на сервер 5. Ну, к примеру. Я никуда, конечно, не буду лететь. Это к примеру. Выбираем, да? Дальше идем. Вы должны быть 45 уровнем и выше. На сервер, который вы хотите переместиться, там должны быть открыты слоты. Вы также не должны состоять в клане. У вас не должно быть заявок в клан. И вы не должны быть наемником на осаде замка, я так понимаю. Дальше. Предметы. Запрещенные предметы также есть. Нельзя перевозить с собой печать наследника. Это запрещенные предметы. Вот у меня нет таких предметов. Также вы с собой можете взять до 12 предметов оружия. До 24 предметов доспеха. И 24 предметов аксессуара. Адены не больше 1 000 000 000. На аукционе у вас не должны стоять вещи. Видим, тут просто очень легко. У меня выполнено, потому что если у вас не будут вот эти галочки стоять, как вот это у меня, то что я состою в клане, я не могу переместиться, если я буду в клане. На аукционе тоже не должны быть выставлены предметы. Почтовый ящик должен быть пуст, то бишь надо удалить письма. Если у вас будут все условия соблюдены, то вы сможете переместиться на другой сервер, какой пожелаете. Запрос можно подавать только находясь в городе. Сохранить или сбросить уровень прогресса кристалла души. Напишите знающие люди, которые перемещались. Опыт хоть останется, если когда вы сбросите прогресс. Если у вас все будет соблюдено, то вы нажмете вот сюда вот купить, вы переместитесь. У вас свернется игра, там понадобится некоторое время для перемещения. После того, как вы переместитесь, на Purple придет уведомление, пуш-уведомление. Так, на этом с перемещениями все. С вами был, как всегда, Розе. Задавайте вас интересующие вопросы. Всем до новых встреч. Еще увидимся. Пока.